Про таких говорят, сгорел на работе. Много навалившихся проблем способны заставить человека решить, что остановить и поджечь пустой вагон, даже пустой состав в перегоне между станциями — это хорошая идея. Ошибка. Это то еще мучение. Мучение дурака. Дурака, который не ценил свою жизнь. Бесконечная жалость, обрерванная раньше времени жизни. Вечное скитание по подземным туннелям города. На поезде, идущем в никуда. Не дай бог вам сесть в этот поезд. Вас ждет жестокая месть за то, что вы еще живы.